здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я приветствую вас на своем канале Бабушка ТВ. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А сегодня я хочу вам предложить пирог. Быстрые пирожки. И знаете, еще мы будем печь из лаваша. Очень быстрая закуска. Типа штруделя. Она понравится взрослым и детям. Ну, для этих быстрых пирожков понадобится 3 яблочка, ванильный сахар, сахарная пудра, 1 лаваш. Я беру лучше армянский и масло подсолнечное. Ну, начали. Берем яблочки, держим их быстренько. Держим мелко-мелко-мелко. Вот так вот. Всё. Порезали наши яблочки. Теперь высыпаем ванильный сахар в упаковочку. Хватит одну. Перемешиваем. Если нет ванильного сахара, то можно ложку столовую, кусочку сахарного. Все, вот наша начинка готова. Приступаем к лавашу. Держим его на части. Вот мы порезали наш лаваш на такие вот части. Размером примерно 12-15 сантиметров. А теперь заворачиваем трубочку вот так вот. Самое главное, надо отступить от края. И вот, вот так вот заворачивать. Можно побольше. На самый край с этой стороны вот это не это. Начинку не класть. Заворачиваем. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Сюда еще можно добавить вот так вот. Ну вот мы разрезали наш лаваш на такие части. Примерно 12-15 сантиметров. И начинаем заворачивать. Тут небольшая хитрость. На самый край мы не кладем. Вот немножко. Отходим. Так, сантиметров 5 и заворачиваем. Добавляем сюда, но не до конца трубочки. Вот. И кладем вниз швом. Продолжаем дальше. Добавляем масло. Разогреваем сковороду. Кладем наши трубочки вниз швом и пекем. Вот и пожарились наши трубочки, посыпаем их. Это отличное лакомство для взрослых и детей. Смотрите, какие вкусненькие. Попробуйте вместе со мной.